доброта и злоба. Добродетель возводит нас к той дивной первоначальной красоте, какую человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию. Святитель Иоанн Златоуст. Ничего нет бессильнее злобы. Она делает человека бессмысленным и безумным. Иоанн Златоуст. Нашими злыми делами питаются демоны и получают силу воевать против нас. А при нашем удалении от зла они истощаются от голода и бессилеют. Симеон Новый, Богослов. Ничто так не одолевает и не низлагает демонов, как покорность, послушание, смиренно-мудрие и искренняя любовь. Эти добродетели – стрелы в сердце врагу. Ефрем Сирин. Сказываю тебе, самое лучшее средство – обрести смирение. Всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть. Больше всего помни, что смирение и без дел может спасти. А дела, как бы они ни были велики, не спасут. Преподобный Анатолий Оптинский.